Что касается самого жюри, в жюри люди все очень надежные, поскольку это первый жюри, который, если будет у фестиваля истории, то оно точно войдет в историю. В этом жюри будет Леонид Павлючек, известный кинокритик, наш друг, который практически все эти годы помогает формировать программу в течение года. Вот он мне всегда сообщает, когда появляются фильмы, которые нам с вами подходят. Лариса Садилова – это актриса первоначально по образованию, ученица Сергея Полинаевича Герасимова и Тамары Федоровны Макаровой. Она режиссер очень талантливый, режиссер, который снимает кино на остро социальную тему. То есть вот, и она имеет огромное количество наград и призов. Ну и понимаете сами, человек, который поднимает остро социальные проблемы, вопросы, он, конечно, очень честный, справедливый и независимый. Поэтому нам это очень важно. Ну и самое главное, наша радость, что председателем жюри будет Евгений Николаевич Редько, народный артист России, тоже большой друг и города Пензы, и Белинского города, и нашего фестиваля, поскольку он и обладатель приза. Я не говорю о его наградах, других, они у него в огромном количестве и очень красивые, существуют очень престижные. Вот он будет председателем жюри.